Привет! Привет, мы на канале Мусалана. Мы сегодня будем делать мыло. Будем делать вот такое мыло из мультфильма «Барбоскины». И будем делать кого, Алана? Как ее зовут? Лиза. Будем делать Лизу. С конфетками. Да, сейчас посмотрим, откроем и посмотрим. Вот такое объемное мыло. Набор для детского творчества. Зато для меня. Вот такое мыло у нас. Прикольное. Будем потом мыться. Давай, открывай. Такими разными мылами. Что, не открывается? Ничего не открывается. Я Юрис. Юрис с мылом. Такая коробка. Лиза с конфетками. Прозрачное. Завернутый целлофанчик, ну что-то прозрачное, наверное, мыло какое-то. Это тоже какое-то. Ну, уже такого же формочки, но белое. А вот это... Есть вот такая вот посудка прозрачная. Давай. Что еще там есть, я вам? Есть вот такая вот Лиза с конфеткой. Посмотрим, на ощупь просто бумага. Не знаю, сейчас будем смотреть, что это, да? Надо вырезать. Сейчас посмотрим, что мы с ней будем делать. Да, прочитаем инструкцию. Я знаю, вот это надо открыть и потом приклеить на мыло. Да? Да, да. Давай попробуем сейчас. Все тут нарисовано. Вот Айлана вырезала уже Лизу. Да. Вырезала. Конфетки. Конфетки вырезала. Леденец я вырезала. Давай покажем леденец. Вот такой леденец мы вырезала. И еще конфетку вырезала. Такое смешное мыло. Ну, должно получиться где-то вот такое вот мыло. Что, не открывается? Нет. Давай, помогу. Салфач такой липкий, да? Да. Смотрите, вот такое вот мыло прозрачное должно Покажи. Быть. Уже ну пойдем растопим ее в водяной бане. Да. Сделали это в микроволновке, не стали делать никакой водяной бане. Вау, она похожа на жидкость. Да? Вау, какая красивая. Немножко образовалась пена. Стой. Пена разогнай. Красиво получилось, потому что прозрачно это было. Вот теперь мы подождем 2-3 минутки, пусть она застынет. Косичка. Вот я принес тарелочку, спиртика чуть-чуть. Берем чуть-чуть. Смочим нашу Лизу спиртом. Смочили, вложим ее. Тут написано в инструкции. Видите, не прям как в картинке. Не прямо одинаково, как на картинке. Ну что-то вроде того. Вот теперь мы наливаем сверху еще прозрачный слой мыла. Да. Будем делать. Вон, надо уже 3 минутки подождать, что ли. Подождем еще 3 минутки. Потом он пройдет. Мы продолжим. Ой-ой-ой. Прилипает повсюду. Ну ты же открыл почти все, молодец. Вот теперь у нас есть вот такая белая мыльная основа. Тра-рам. Что тебе готовит уже? Спиртчики.
все. Вот у нас что получается. Теперь мы растопили еще. Похоже на молочко. Уже, да, на молочко похоже, да, наверное? Да. На белую основу заливаем. Побольше уже. Сейчас еще чуть-чуть подождем. 2 минутки. Потом покажем, а потом попробую помыть руки. Молоко застыло. Давай, Рома, покажи, как что там получилось. Вот такая Лиза там получилась. Красивая. Сейчас будем вытаскивать. Красивая. Аккуратно попробуй, она сможешь? Давай я попробую все на тебя. Прикольно? Хорошая мыло? Только дай посмотреть. Правда, прикольное мыло. Вот наше мыло. Сейчас пойдем попробуем. Пойдем попробуем с руки и помыть, да, Иван? Да. Прикольно, правда, смотрите, 3D, как будто там. 3D! Можем смотреть 3D? Лиза, внутри у нас получилось. Да. Да, Лиза, внутри получилось. Красивое мыло. Все, теперь уж эти мыло мыться вам? Да. Ставь лайк и подписывайтесь на канал. Мы с вами. Пока-пока. Пока-пока.